Продвинутый кубик. Премиальный бренд, но комплектация, если можно так сказать, базовая. Общая оценка спецификаций указывает на любительский уровень. Это третий класс из восьми. Велосипед интересен тем, что в арсенале имеет прогрессивную раму из алюминиевого сплава 60-61. Хорошие гидравлические тормоза, правда, с небольшим диаметром роторов по 160 мм. 27 передач, 29-е обода. Новый дизайн интересен своей лаконичностью. Что-то хорошо продумано, что-то немного недоработано, но в целом велосипед составляет приятное впечатление. Он хорошо держит трассу, отлично разбивает скорость, легко стартует, и этого не отнять. Комплектующие можно прокачать со временем, если почувствуете такую необходимость.